Скоро зима. Самое время позаботиться о своем автомобиле. Любому автомобилисту знакомы зимние проблемы с запуском двигателя. При холодном пуске детали страдают особенно сильно, работая в режиме масляного голодания. Происходит сухое трение и износ, а в зимнее время по износу деталей один пуск мотора равен 1000 километрам пробега. Как справиться с проблемой запуска двигателя в мороз и при этом защитить его от износа? Нам помогут триботехнические составы ТЭЛ. Наилучший эффект дает комплексная обработка. С помощью модификатора трения ТЭЛ, ДВС-защита или восстановление создается защитный металлокерамический слой с высокой прочностью и износостойкостью, а затем применяется антифрикционная добавка ТЭЛ для улучшения гидродинамической структуры смазочной пленки. Для авто премиум-класса, двигатели которых прошли заводскую керамизацию, применяется только антифрикционная добавка ТЭЛ, которая сохранит заводской слой керамики и увеличит срок службы силового агрегата. Таким образом, после обработки состава ТЭЛ двигатель вашего автомобиля получил двойную защиту, и теперь он без износа переносит холодный пуск и повышенные нагрузки. Более того, допускаются продолжительные периоды работы в условиях масляного голодания, без повреждения трущихся поверхностей, а за счет уменьшения трения происходит рост пусковых оборотов двигателя при холодном старте. Следовательно, даже в сильные морозы ваш автомобиль быстро заведется. Автомобиль, обработанный по технологии ТЭЛ, становится более мощным, экономичным и надежным.